Всем добрый, прекрасный день. Сегодня 27 декабря 2023 года, и вы в нашем домашнем питомнике Elite Pet, город Евпатория. Так, наши детки, вот, все шумят, играются, гуляются. У нас сегодня погодка вот такая хорошая, прекрасная. Солнышко светит, и это чудесно. Поэтому все на улице, вон, все гуляют, бегают, играются, балуются. Немножечко влажновато, но ничего. Некоторые девчоночки, вон там сидят в окошке. И выглядывают, вон он, выглядывает. Ну, да, некоторые девочки дома, поэтому... Вот они. Вон такой вот розовый язычок девчонок. Ну, гуляем пока немножечко по-разному, по-отдельному. Поэтому, ну, так нужно. Так, и у нас сегодня уже уехал от нас наш малыш Леончик. Уже он в пути со своей мамой, со своей семьей. Пожелаем ему доброй дорожки и самой-самой лучшей долгой-долгой жизни. А девочки неожиданно приехали с подарком. Вот такой вот интересный подарок девочки привезли. А самое интересное, посмотрите, они сделали наклеечку с названием моего питомника. И вот такую вот наклеечку с фотографией нашей же девочки-выпускницы. Кто помнит, эта девочка Миледи, она уехала в город Владимир. Вот так вот девочки, видите, смогли удивить, порадовать. Нашли время и вот так вот приятно сделали. Ну, мы сейчас посмотрим, что там. Я, в принципе, тоже не знаю, но мне тоже очень интересно. Ну, начнем. Так, ну что, мы аккуратненько откроем. Так, мои детки, конфетки гуляют, бегают, прыгают, гавкают. Да, сегодня такая погодка, ну, неплохая, скажем так. Поэтому немножечко они подольше все погуляют, сколько возможно. Ну что, открываем, смотрим, что же это такое. Очень интересно. Ага, аккуратненько. Ой, люблю такие всякие разные красивые упаковочки. Ой, хочется открыть аккуратно. Так, ну что? Ой. Так. Получается. Ну, рычаг там у меня, мои красотульки, выясняют отношения. Да, вот так, Левушка погавкал. Да. Подал голосочек тоже наш красавец. Так, ну. Я вот эту сохраню. Это очень интересно и приятно, да. Так, что же вот тут? Что же тут? Ой, боже мой, посмотрите, какая красота! Вот это да! Ничего себе! Это часы с моим логотипом питомника. Ничего себе! Вот это вот подарок, девочки, Оксаночка! Как приятно, как красиво, я даже не ожидала, надо же такое. Вот такая красота, спасибо огромное, конечно, оно займет почетное место в нашем домике. Я очень рада, спасибо, 100 раз спасибо, ну это прекрасный подарок. Спасибо, девочки, большое. Ой, очень мне понравился, удивили, класс, ну что сказать. Спасибо большое, девочки.